Немало одаренных детей в нашем районе, но их таланты необходимо вовремя найти, раскрыть и способствовать развитию. Славянское отделение развития творчества с красивым названием «Жар-птица», которое вместе со своими коллегами отметило в нынешнем году столетие дополнительного образования в России, делает все возможное, чтобы содействовать росту юных талантов. «Волшебство, дружба и творчество» – так назывался творческий отчет «Жар-птицы», который подвел итоги работы за минувший год. Увлеченный своим делом педагог, педагоги отделения развития творчества каждый день широко открывают двери для способных ребят. И потому итоги работы по-настоящему радуют. Сегодня мы увидим и услышим имена лучших, увидим лучшие номера. В зале сидят родители, основные наши ценители, педагоги и, конечно же, виновники торжества – наши ребята. Этот год у нас был знаменательный чем? Замечательно, что мы второй год проводим региональный фестиваль творчества «Без границ». Экспозиция с работами воспитанников отделения вызвала немало интерес. Здесь были экспонаты в самых разных жанрах и техниках, от акварели до бисероплетения. На это нацелена программа нашей застудии, то есть ознакомить детей с различными техниками, с различными направлениями. И дети ищут уже что-то свое. Вот. Понятно, что кому-то нравится одна тема, другому другая. Я не настаиваю, я не заставляю рисовать всех одно и то же. То есть все развиваются в своем направлении. Единственное, что я немножечко помогаю. Воспитанницы из-за студии «Семицветик» с удовольствием постигают в ней основы рисования и живописи. Я люблю рисовать все, но пока не очень определилась. Я пробую все и выбираю, что мне нравится. На изо-студии учительница мне очень помогает и объясняет мне, и мне нравится рисовать. Изготовление изделий из бисера требует концентрации внимания, вкуса и мастерства. Зато, когда все удается, результат радует. Я сплела розу очень красивую, и сейчас сплету декабрист. Еще много очень работ есть дома красивых. Особенно горох мне нравится, мой, то, что я сплела. Я хожу с первого класса, мне очень нравится заниматься бисером, творчеством. Я умею вязать, плести из бисера разные поделки. Я научилась, в принципе, всему то, что я хотела. Я хорошо рисую. В студии «Веселая копель» дети имеют прекрасные возможности для развития своих вокальных способностей. Я люблю заниматься студией «Веселая копель» и очень люблю песни. Участники хореографических студий украсили творческий отчет своими замечательными постановками. Не зря наших юных танцоров высоко оценивают на престижных фестивалях и конкурсах. За яркий талант, увлеченность и добросовестное отношение к учебно-творческой деятельности самые активные и успешные учащиеся были награждены грамотами. За профессионализм и успехи в педагогической деятельности также были отмечены преподаватели. Победителем в номинации «Лучший творческий коллектив года» стала хореографическая студия «Славяночка». Впереди у педагогов отделения развития творчества «Жар-птица» и их воспитанников новые творческие достижения. В этом нет никаких сомнений. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».